Холодильник стал причиной жилищных проблем одной петербургской семьи. Сначала он выгнал жильцов из дома, а теперь не дает вернуться. Вот так эта квартира на Тореза выглядит сейчас. Почти год назад полностью обгорела эта комната, сильно пострадали соседние, а предполагаемый виновник пожара, точнее то, что от него осталось, так и стоит в самом дальнем углу комнаты. Наталья и ее родители проживали здесь двумя семьями, поэтому и холодильник у каждого был свой. Тот, что стоял в комнате, рассказывает женщина, был почти новый, отслужил всего 3 года. А в апреле 2016-го издал громкий хлопок и загорелся. Потом вот с этой комнаты, с коридора дым пошел. Я сюда-то побежала, когда заглянула сюда, здесь холодильник уже горел. То есть дверцы открыты были, и вот между камер вот это вот огонь. В первую очередь Наталья спасла кота и ребенка, а вот вещи и мебель не уцелели. Хозяева подсчитали материальный ущерб и решили, что эту сумму им возместит виновник пожара – холодильник. Точнее, его продавец. Семья подала на магазин в суд. Возмещение ущерба, моральный ущерб. Вот. Получилась там, наверное, сумма 8 миллионов в районе того. Сейчас будет еще один суд, они будут делать экспертизу. До окончания проведения экспертизы суд арестовал квартиру. По документам она муниципальная. Законный владелец, администрация, собрался делать ремонт и даже составил смету. Но арест помешал всем планам. Вот уже полгода мастера не могут приступить к работе. Тем временем погорельцам предоставили другую жилплощадь из маневренного фонда в поселке Левашово. Проблем в этом дряхлом доме много, но возвращаться в старый погорельцы все равно не хотят. Остается ждать решения суда и надеяться, что загорелый холодильник магазин заплатит сполна. Сумму, соразмерную стоимости неплохой трехкомнатной квартиры.